захилим. Ушко шмотка выпадет. И потом пойдем совет. Лану для разогрева. А потом профа пойдем. Пошли направо. Думаете, еще зря спек медведя делал? А, тот самый медведь, который танчил РС-ку. Я все танчил, блядь. Живи, Шкунка. Спасибо, ты меня спас. Я немножко это простыл, так что эту выпил, как она называется, блядь. Вот. Тирафлю или что это, блядь. Настоечка, давай будем говорить приятнее, сова. Настоечка, блядь. Маску на АП выпил. Ну, короче, тяжеловато мне, блядь. Ну, вот только буквально 2 дня болею. Так что, если чё, блядь. Ну, шмыгать вроде не шмыгаю. Вот так, немножко горло побаливает. А, умираю, тоже горло болит. Из-за меня. Да у вас-то понятно, блядь. Чё? Блэки следующие на очереди. Он понял? Он как терминал Playboy. И там, короче, надпись «Вставьте кунку, ебать». А как же табличка, не больше 50 купюр? У него такой нету. Да там больше... Там наоборот минимум 50 купюр. Да ладно, мы все знаем, Мираги, ты пропадаешь ночами. На РТ не приходишь, потом уставший, нахуй. Все дела. Да, да. Ты просто сидеть нормально на стуле не можешь, вот не играешь, мы все понимаем. Не, ну на одном месте он очень хорошо умеет сидеть. Ну, видишь. Крис, а раз ты только 50 купюр, то потом за компом не посидишь. Вот чиповах дает, он такой, он лежит дальше, говорит, типа, ну да, чиповах, все, лежу, не могу встать. Володя, ты туда же? Да. Я всех заразил. Подъебать Мира, это святое. Ну. Не, ну реально, о чем он болеет? Типа, что ему хуёво ебать? Да. Надо поддержать. Ну, тип ганится, блядь, без остановки. Вообще, я бился от рук новой. Ну, поколение новое такое. Школа закончилась, пить, сука, начал. Вот маленький пиздюк. Нас не угощает даже, блядь. А то еще двойне простительно. В смысле мы с тобой не общались? Вообще-то мы тебя слышали, Мирая, что ты пиздишь? Дискорд — это тот же самый голосовой чат. Все нормально. И ты с ним разговариваешь? Сейчас врубить микрофон. Да, врубай, будешь рылить вместо меня, нахуй. Да все понятно, все спят. Он опять не у себя дома сидит. Ну меня давай. В этой, в общаге там сидит. В подвале? Да, да, он в общаге. Там где много больше, одна комната общая. На 100 людей. От каких пор Кункин подвал называется общага, я не понимаю. Не, Мирай туда не поместится, ты че? Давайте, делайте. Начнется борьба за первое место. Кан или Мирая тогда? Я думаю, они найдут место. Кан на лох. Глупый крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Сибири.
Красиво не сделали, ё-моё. Ну, а на ней висел щит, нахуй, почему-то. Почини. Вон там копье, нахуй. Кунка, ты почему я не забагал? В чем проблема? Бля, ну с Бебой не смогли как бы. Фонаря еще чуть не хватало для, чтоб он меня бафнул. Че смотрел, кто это? Дом дракона, блядь. Ну я смотрел. Ну и чё, нормально? Блин, ну неплохой, но по сравнению с Игрой Престолов, конечно, это не то. Вообще параша. Вообще параша полная. Последняя серия вообще просто убила нахуй. А вы вообще подбирать будете копье, или только будет лежать? А копье, кстати, уничтожить можно. Мне кажется, вообще говно какое-то сняли. Почти сломали, блядь, его. Полностью согласен. Не, ну если в сравнении, понятно, с Игрой Престолов, это, конечно, это небо и земля. Но так там... Там-то, блядь, по книге шло, нахуй, хотя бы первые сезоны, блядь, там был пиздец, ну, хоть как-то интересно было. А тут же но... видишь, там про Таргариенов, там же ничего не написано особо. Ну, да. И они начинают придумывать, фантазировать, я понимаю. И поебень у них получается, да. Ну, я да. Вот посмотрел 5 серий, ни одного имени не запомнил. Я так с обычной Игрой Престолов, я посмотрел первые 3 серии, короче, первого сезона. Ну, понял, что я вообще никого не помню, ну, типа. Призывай, знаешь, они называют имена, а я даже не понимаю, какое. Ты понял, ну, что я нихуя не понял, да? Да. Мне как-то Игра Престолов прям вообще жестко прям зашла. Мне прям такое нравится. Там даже музыка крутая, члены и члены. Лучше члены. Смотреть аниме, вот в аниме я всех помню. Блин, точно, спасибо, что напомнил. Аниме, там же Шакуту Бастарда вышел. Боку на пику. Что вышло? Бастард, вторая часть первого сезона вышла. Я очень старая, я помню старый Бастард. Пожилая. Тебе песок не сыпется. Нет, это Фелиция, ты справа, короче, я слева. Сыпется. Колплей и Редиган летаете в эту хуйню. В красную. А, блядь, одеваться надо. Жду Башню Бога второй сезон. Ты ждешь Башню Бога? Это что, аниме, что ли? Я да. Это аниме. По манге довольно прикольно, хотя отличается довольно сильно было. Не, я про это... аниме. Асус, ты где там? Бегу. Да не, я читал и смотрел. Да бежишь? Вот или с умом? Да, здесь уже. Так, ставлю рыбу. Жрите там. А, ну, этот, Хантера жду еще продолжение. Будет, нет, делать все живо. Хантера? Не, Блич обещают, прикинь. Хантера, да, Блич он уже выходит, но... По манге там продолжение есть же, там, то, что они знают, это все мало часть, типа, мира и все остальное, там. Ну, о темном мире, ну да. Ну, ходим, а шутим. Манги-то продолжаются дальше, самое интересное. Но они так фаршмочат много всех, все, что они анимируют, они так фаршмочат манги, что пиздец, не смотреть даже неинтересно. Надо почитать, надо смотреть. Все готовы, поехали. Кто летает? Звездочка и кружок. Можно будет сказать Кириллу, что с первого трая убили босса, заходи давай. Дошли до Джайны, короче, без вайп. Не, ну это уже пиздеж будет, а вот мое чего? Предложение не пиздеж. Ты же понимаешь, что он стрим можешь посмотреть? Да, все это хуйня. Володя, блядь, оф и нахуй. Реально, оф и нахуй. Да я думал, он просто перегорел уже играть на X4, по его словам. Он просто на X5 хочет. Просто на X5 хочет, плюс. Опять ИК собирать там. Был блокером, блядь. Кто хочет блокером? Берлокеров искать там. Магика. Кражан Гьера, это бездонерфов охуенно. Ну, меня уже, знаешь, что уталкивает, то, что нужно перса прокачать до 80-го. Как вот, блядь. Такой. Я сразу прокачал, чтобы поставки. Я там в итоге почти четвертая категория уже, на фришных поставках.
Не только, но... Говорит, я не пойду на X5, он уже там перепрокачался. А из вас кто на X5 тоже хочет? Вот ну я не хочу, вреде. Но я качаю просто типа по рофлу, чтобы голосовать. Да. Я стоп голосовать, чтобы это, чтобы голос приходил. Ну лучше вон подавить или бить. Колпой, включай ауру, конечно, быстрее летать, да и все. О, Капель, ты можешь голосовать, но тебе голос не придет, понимаешь? Приходит всегда. Ну как? Ну, кому как? Кому я всегда нет. Голосую. Я всегда голосую, типа вот по 2-3 раза. И типа вот я неделю голосовал, мне пришло всего 2 голоса за неделю. Да. Именно. Значит, ты в одно время голосуешь. Нет, я в разное время голосую, я прохавал эту фишку. Ну не знаю, у меня нету на X5 персонажа, я всегда за X5 голосую и за X4. И мне нормально засчитывают. Типа какая нахуй разница, в смысле с аккаунтом, типа здесь персонаж они нету, почему на аккаунт голоса идут? Да это понятно, но типа раньше как было, я вот насколько помню. Да не было никогда. Да, раньше тоже не было, ну забей, это, хуй. Это ММО топ, блядь, они же не проверяют, есть там аккаунт, ну, они же просто... Ну так за X10 голосовали постоянно раньше. Хрен его знает. Ну, мне суть. А можешь не убивать зомби? Я боюсь уже подходить туда. Ну, значит, пойду на X5 за донес. Да, брать. Можешь не убивать зомби, конечно. Да, ты отхилишь, что-то нормально. Я сдох! Пусть это сдох, блядь. Ты сдох, чел. Да я смотрю, зомби уводят хорошо, потом обратно его ко мне, на меня поставили, блядь, возле портала. Чел, блядь, он там 17 тысяч демеджа наносит, как ты сдох-то, блядь? Ебать, первый это даун, ты в курсе, что я вообще АФК полбоя, нахуй? Я хуй его знает, чем ты там болеешь? С, надеюсь, спидом, блядь. Сифилис жёстче так. Я слышал, сифилис в основном от женщин бывает. Во-во. Это получается, что он не может этим болеть. А ты думаешь, мужики откуда его получают? Но он может обезьяной оспа заболеть. Ебать. Подожди, обезьяная оспа за то, что человек выебал обезьяну. Не, неправда. Это не так работает. Все передается через секс, понимаешь? Не, я вообще слышал, что СПИД изначально был только у обезьян, что ли. Да. И какой-то долбоёб выебал гориллу, и потом, короче, все. Это правда? Пиздец. Я серьезно, типа. Почему не на гориллу? Откуда ты знаешь? Не знаю, Рагун танк, нахуй, кто-то. Ну была-то обезьяна, не угорел. Короче, какого-то примата. Стерва ресы, ПВП. А чё вы решили, просто повайпаться на этом боссе, да? Видишь, там, Антерит уже тотем слил? Нет. Собирайте. Выйдите, поставишь тотем. А зачем? Мы же ману восстанавливаем. Ну, у хилов там нету мана нихуя. Да, блин, может хочется мана, блядь. Там фар стало. Этот Квантрис гимна ман. Ага. Пускай разок залетят, просто ман обновятся, все хотят. Они когда залетят, мы тут подохнем все. Кил, давайте пожестче, Володя, бля, присоединяйся к ним. Так у нас еще Кентури вылетел. Собирай, что ты меня ждешь? У меня стаков много, мне больно. А, класс, у меня стаки сбросились. Ты же вздыхал. Так я их обновил. Типа я заново их собрал. Подавление слева, ребят. И пламя. Сторгаешь слева, да. Давайте только на Вале не вайпаться. Ну, колпой деда. Заходи сразу же, портал, что-то кто угодно. Полетело. Максимально быстро зайдемте, максимально быстро соберем. Тут берса через. Да это пиздешь, ее нет. А, ее нет?
Есть тут бирса. Исторгающий слева. Просто трэша в два раза больше выходит. А мы его ёбнем. Ну да. Только если будут его бить, а не стоять. Ребят, там справа, там не подавление, а вы жирного бьете, зачем? Бля, Фелиция, хуй его танчить, будет их тебе. Интересно, подарок с Андрей комнаты нам оставили. Палочку жги. Угу, спасибо. Торгаешь. Куплы живи. Зубы дала. Убивайте кастомагу, спасибо. Там валдырный справа, поймайте. Кто тут танчит? Макс, Лео. Suppressor spawned. Давай хули щит гимна ману. Справа маг. Что-то с маной там придумывайте, все заливайте, и нора как откатится. Серва с массой. Вот серва сейчас откатится. Ты что, может геру захилим сейчас какой-то? А хуй знает, что у них там по стакам. Ну Рид сам посмотри там, когда геру. Там 73%, что не захилить, что подбирать. Да мы хилим потихоньку так же. Да ведь надо подойти, любить, и можно давать геру как-нибудь. По мане уже просаживаются люди, чтобы мы вообще тут не упали. Ну давай, дам геру, похилим. Не знаю, выхилишь ход по мне? Подойдите, просто. Представим, колдплей должен поднять, но я не знаю, что он. Так у колдплея нет стаков, или мне кажется. Как нету? Куда дел? У него 7 стаков, он убил 110, не захилять. Энди, да, беда пикает. Дэм. Давайте хилы, мы вас светим, блядь. Там строгающий справа, быстрее. Да, Геру на скольки процентах отдавали? 70. Там стаков не было у колпы. Поэтому не смотрели. Судя, удивился, что потерял. Он смотрел, он летал постоянно. Ну, может не шарит. Я только обновляю сейчас уже. Слева два мага. Торгающийся. Макс справа. Че подавите? Че ты там до тотема рит?
могу гимн сдать, если надо. Сейчас пока, подожди. Сколько там до тотема у тебя, Рит? Да есть, уже есть. А, ну выйдешь, ставь и кивай гимном. Сейчас они выпадут оттуда. О, блять, я хп резко теряю. Все, ставь. Давай, читай на ману. Угу. Слева маг. Давайте, ребята, немножко. Подохилите, я вас верю. Ну там старайтесь, милики, не толпиться вокруг Валдырного, когда он умирает. Потому что эту хуйню надо захиливать. Хилам, они маны много проебывают. Потому что с дохилем было 3%. Ну давайте. 2%, давайте, мальчики. Я подавитель, сука. Как будто Джайну закрыли, такое ощущение. Сотка, бля, подавитель. Всё, я без таков. Пали так что. А, дохилили. Я по мане просил, охуеть. Подавитель справа, ребят, попейте. Кто там живёт? Я что-то не вижу, там усиление маги же есть, да, от магов? Я просто слепой. Не, это нихуя. А, может, было, по-моему. Чё там? Чё бля, там? Лут огонь. Хуй-то. Хуй-то. Чё, на профа пойдём? На какой нахуй проф? На совет пойдём. Блядь. Сначала. Профа успеете ещё побить. Надо кому-то эта хуйня. Я бы тебе даже сказал бы на свет нахуй, ну, ты посмотри, как мы как вайку сейчас, типа, проходили, ну, забей, серьезно. Так, в смысле, так это просто в хилах, ебать. Трэш умирал. Нормально умирал. Кто там распыляльщик есть? На килла... Ну, человек, что мы же Берсу убивали, у Гоблова в два раза больше, и то он, блядь, вообще на этот хуярился. Тапки вот эти надо кому-то? Так, что это получается? Есть 90, что ли? Чё, где Кентури зайдёт, нет? Или чё? Похуй. Так он уже давно АФК. Ну, типа, вылетел. Давайте говорить как есть. Он, типа, ливнул нахуй. Ну, может, ливнул, может, реально вылетел, кто знает. Ну, да, да, да. Ох, что эти вылетавшие силы. Что, пойдем 24 тела? Ну, нахуй ли делать? Хотя у нас здесь и 25 человек. Кто-то один подслушивает. По-любому. Ты надо вычислить. Я всегда удивлялся, чего вы стоите, блядь? Ну похуй, сейчас целка такое боссанное, что ебать я, блядь, 25 обезьян посажу нахуй под вами. Они, блядь, тоже закроют целка. Кто там что закроет, что-то не понял, я не услышал, ребят. 25 обезьян закроют целка лича. Да, это я слышал, там холлич не слышно был.
Ничего, меня там уже инхастером позвали, нормально. Все, лодьку, блядь, ревай на. Да. А мне подожди, я сюда на X5 разница. Играл, подожди, что-то не сходится. На X5 же мы. У меня инх и так не в гильдии, так что разница какая. Вот так, значит, да? Да. Baby, we build this arm, блядь. Как ты, блядь, так? Да я даже бурс не дал. Да там какая-то нереальная хуйня, нахуй. Там была ограда хуя. Ты, по-моему, таунт какой-то нажал или дразнящий удар, да, нахуй. Поход не, не нажал, это Details может поставить. Может ему не понравилось, как я пою? Сука. Он дал напьётся про обезьяну, что ты сказал. Только опоссан, его 25 обезьян закроет. Развенчал твою теорию, блядь. Начинай петь. А мы, блядь, 24 тела не можем нихуя закрыть. Без пиана. Еще и гильдию с обезьянной оспой, блять. Что ж гильдию сделать, обезьяне оспы? Вроде было. Не, гильд подвал, сейчас сделаю гильдию. Будь здоров. Ну это мой косяк. А кто вторую точку сыграл? А вот тех спойлил не я. Я уже мертвый был. Ну это все типа пиздец. Да, да, так не как кунка просто ебанул, короче, типа удар бросил и умер. Лучше войско дайте. А командиров ебашит вроде. Немножко отойдите там, гребеки всякие, войско дайте. Надо советников убивать, не четырех накидывают. А да, и советник. В первую очередь. Мне кажется, просто уехал ярец. Хуярьте да похуй. Главное, на танков кидайте зубы, там всю хуйню. Бля, надо было раньше так агрить по две пачки. Знаете, как заливаются легко. Вот Войда сейчас хорошенько захилюйте. Колплей, дай там массакру, дай каплю, бабл по себе. Подойди, дай гнев небес. Да, но тоже себя умер, как сейчас. Кто там не умер, только кунка лежит и мертвый, и все. Утром обов. А. Ну так на мне стаки просто висят, надо прохиливать. Все четко. Четко, когда есть танк Мишка, нахуй. Так что не записывайте себе там это в заслуги, блядь. Пойду тактика сагрю. Вот смотри, одного только. Им хорошо танчить две цели, блядь. Еще рывок есть. После вихря просто возвращаешься к мобам, откинул, а возвращаешься, похуй. Так у Мишки агро вообще, да, нету, получается? Нет, наоборот, дохуя агро. Их и хапнули, причем посильнее, чем про товаров по агро. Кстати, да, по-моему, я видел то, что там это апнули паладинов, да, там и варов. Вот тут боежка. Все хапали, да в принципе нормальная тема. Не зря все хапнули, на леди пиздец был бы. Обидно, что вары мусорные там. Блять. Да вары облизывать надо, вары нормальные. Они нормальные, блять, им можно все закрыть. Просто их облизывать надо, на них надо работать. Им немножко сложнее, чем ДК, но в принципе танки нормальные. Ну типа да, зачем делать про товара, когда можно на ДК ебалом от клаву затарчить. У нас еще Санжура вышел, заебись. Юрий, лопнешь быстро, у меня аддоны забагались. Ну сейчас и она выйдет. Лол, блять. Хрен вам, не дождетесь. Сейчас, блядь, Бентли релогнится нахуй. На X5, блядь, зайдем. Так, ребят, у меня там твоих 50-й, пойду я накачаю. Качай, качай, качай. Мне как раз там острова надо делать. Один сделал почти. Володя, скажи зачем?
Не знаю, никогда не сформировал остров по полной. Володя кайфует от ежедневных заданий. Ну, бля, да, у него свои качества. Тебе надо знать, брать людей и выполнять им задания за папки. В смысле, я Фениксу за 100 каша оформил. Че у нас сегодня, нахуй? Какой день недели вообще, блядь? Вторник? Вторник. Да. Ага. Феникс мне 100 каша, я ему шею выфармливаю, заходю каждый день. Где остров? А кто знает, где вы ничела, нахуй? Тугутуби лог, который... Хули он не зашел на РТ? Он отписался, что сегодня не может дела. А, он, это он же писал, да, по-моему, типа первый-второй день был, сегодня не могу. Да, он был все дни, он написал, да. Синжура где, блядь? Зайдет, нет? Ну, Синжура, мне кажется, вряд ли пойдет. Потому что он писал, что спать он хочет, что-то такое-то. Ну, да, пойдемте спать, да и все. Он сказал. Народ, время детское. Кажи это мистеру Позитрону. Это я. Что у тебя ночью? Первый час ночи, это все еще детское время. У меня второй час. Не знаю, давать трай, нет, нахуй, 23. Не-не-не, ты чё там... Да забей, какой, блядь? 116 лямов, ты чё, угораешь, что ли? Бля, все на такой дизморали. Я вас ебал. Вообще, блин, да. Ну, короче, кто остались, вот вам косарь. А кто ливнул, нахуй надо, пускай чилят. Бля, ребят, главное не дизморальтесь, и это, со временем сейчас люди будут присоединяться. Я вам так скажу, мне похуй, кто там куда уйдет, мне вообще похуй. Я наберу людей 230-х, нахуй, я их одену, нахуй, мне вообще поебать. Ливнут они там, ливните вы или нет, нахуй, я просто буду рейды водить, и все, мне вообще похуй. Войд, шейм не соберешь? Шем соберу и можешь пиздавать нахуй на X5, нахуй. Вот. Все, да. Вот, я стою с тобой. У меня к тебе насущный вопрос. Да. В Сибирской у тебя что там как? У меня там... ну, РДД не хватает, ну, штуки 2-3 на РТ. Вот, а так сбор нормальный. Ну, типа... окей. У меня просто есть второй приз, ты знаешь, наверное. Ну, у меня там хил приз... Да, который этот, в лолах? Да, у меня в лолах он сейчас сидит. Можно, в принципе, это самое. Он у тебя тоже холик ДЦ. Все, можете расходиться. Не, у меня там чистый ДЦ. У меня нет второго скрипа. Это вопрос, пока вы с Диса не ушли все. Завтра будете все ставить что-то на завтра? Можно? Я завтра в десятке без вариантов. Ага. И что ты на завтра делать собрался? Ну... Ни хуй знает, ничего не будем ставить. Можно ГМХ. Но обычки закрытых ХМ ты не соберешь. Ладно, похуй. Тогда это самое. Четверг, что хотите пойти. Сразу целка попробую. Геру. В начале недели народа обычно больше, можно попробовать. Не, ну типа Геру можно ж пронести там даже таким, но не особо сильным составом. Короче, также тюрьма и целка Гер поставлю, там посмотрю, кто придет. И от этого завтра уже будем отталкиваться. Секунду. Вот, это ты мне что-то там на распыл кинул? Ага, ну там какую-то хуйню. Завтра, да. Получается, отдыхаем? Да, да. Заебись. Войт, я могу в четверг только на ТДГ зайти? А что, времени нету? Ну я на работе, я с этого до 9. Ну да, работать. Ну да, заходи. Я с работы могу в 8 зайти, потом. Он обманывает тебя. Ну, я заходим. Я понял, я понял. Через два работы у меня там есть. Обманчик. Так, короче, где это написать? Расписание РТ на неделю сейчас напишу. Напиши у него в этом заметках обманчик. Так, бля. Что еще у нас? Стой, понеслась, бля. 22-е. У меня-то уже календарь 21-е показывает, среда. У меня ночь уже. 22-й, короче, ТТГ плюс СЛК. СЛК 25 гер. Хуй, да где тут деньги брать? Где хрен знает, что ты на X5 на себя зашел, обосранный? Чё я это зашел? Да я просто зашел, что делать? Мне шаман в лову уже, чё мне ещё? Блин, ну не знаю, создай себе, блять, рогу.
Да? У меня есть рога, мне не кайф просто качать. Создай еще одного рога. Да че вы почильте через 3 месяца X-Temp обновит там Т4? Все. Будет интересно всем играть опять. А? РБК с какого это лоула? 205. А это ЦЛК, которые вот эти инсты героические?